Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать транспорт, автомобиль. Первое, что мы наметим, это общую форму несколькими горизонтальными и наклонными линиями. Стараюсь все рисовать от руки, не по линейке. Как вы тренируетесь делать линии? Руки прямыми. Вот мы нарисовали. Теперь делаем вот здесь вот небольшой угол в том месте, где ветровое стекло переходит в капот. Затем делаем небольшой угол вот здесь, в том месте, где заднее стекло переходит в багажник. Да, вот здесь. Мы нарисовали. Проведите линию, отмечающую нижний край стекол. Она должна проходить по всей длине автомобиля. Начиная прямо над задними передними фарами. Так вот. Рисуем ветровое стекло переднее. Это короткая линия внизу ветрового стекла, изогнутая. Вот эта вот, а не прямая. Дуга передает форму боковых стекол. Рисуем дугу. Вот. Обычно заднее стекло чуть больше, более плоско копия переднего. Если сделать их одинаковыми, будет непонятно, где у машины передняя сторона, а где задняя. Для колес вырезаны глубокие полукруглые арки. Слегка здесь сделаем изогнутый край для обтекаемости. Так вот. Современные шины слишком узкие. Современные шины удивительно узкие. Не делайте их слишком толстыми, иначе получится старинный автомобиль или машина из мультика. Здесь рисуем прямую линию такую. Этой фигурой, напоминающей прямоугольник, отмечена вогнутая часть корпуса. Задняя форма. Задние фары рисуем. Передние фары. Углубление под фарами. Зеркало со стороны водителя.
виден частично сиденье. Теперь стираю все ненужные линии. Часть я уже обвела. Thank you.
Подписываемся.